Теремок ТВ представляет. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Шилки. В одном черном лесу жил черный медведь. Он хватал всех этими черными лапами. Да, и с тех пор их больше никто не видел. Кого, медведей или тех, кого хватали медведи? Да нет, Тучка, ну что ты меня все время путаешь? Ладно, лисичка, теперь твоя очередь. Хорошо. Я расскажу вам о Верзе-Хрюке. Это чудище живет в лесу и по ночам выходит на охоту. У него три рога, четыре когтистых лапы, два хвоста, а еще хобот. А питается Верзе-Хрюк только мишками. Верзе-Хрюк, ну, конечно. Да, лисичка, ну ты придумала. Верзе-Хрюк. Не верите, значит? А ведь это правда. Ага, верим и уже боимся. Ага, да, тученция? Да, сказочки для маленьких. Ну ладно, мне пора домой. Только фонарь свой заберу. Лисичка, смотри, не попадись Верзе-Хрюку. Верзе-Хрюку. Ладно, пора домой. Собираем палатку и тушим костер. Ой, темноватенько. Да. Кеш, а как ты думаешь, Верзе-Хрюка точно не существует? Тучка, ну конечно нет! Это все лисичкины выдумки! Ну все, тебе направо, а мне налево! Знаешь, Кеша, что-то мне скучно одному идти. Может, дойдешь со мной до дома? Вообще-то, я не тороплюсь. Кеш, а что если Верзе-Хрюк все-таки существует? Тучка, что ты все заладил? Верзе-Хрюк. Пойдем быстрее. Ну вот, Тучка, пришли. Вон твой дом. Ладно, давай. Спокойной ночи. Постой, ты это, я же тебя проводил. Теперь твоя очередь. А то мне что-то тоже скучно одному идти. Кеш, ну если я тебя провожу, то кто потом меня проводит? Мне же тоже скучно потом будет идти. Да ладно тебе, тученция, дойдем, что-нибудь придумаем. Верзе-Хрюк? Да я его сама выдумала. Да нет же, мы его видели. У него три рога, четыре лапы. Все, как ты говорила. Ладно, пошли посмотрим. Ага, пойдем. Только нужно сделать Верзе-Хрюка пугалку. Кеш, а ты уверен, что твоя Верзе-Хрюка-пугалка сработает? Конечно, она меня еще не подводила. Правда, я и не пользовался еще ни разу. Верзе-Хрюк! Верзе-Хрюк! Посмотрим, что это за Верзе-Хрюк.
Мерзиха Рюк, эх вы, трусишки! Кто? Это мы, трусишки? Да мы это, тебя просто проверяли! Ага! Эх, мальчишки, ну и храбрецы! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ля-ля-ля-ля. Вместе песенки поют и читают книжки. Ля-ля-ля-ля. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ля-ля-ля-ля. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. День рождения лисички. Ну, тученце, держись! На этот раз я не помажу! Давай-давай, Мазила! Привет, Цыпа! Что это у тебя? Сегодня у меня день рождения! Приглашаю всех своих друзей ко мне на торт! Ваша лисичка. День рождения лисички. Вот здорово! Тортики поедим. Нужно приготовить для лисички самый лучший подарок. Да ну, даже не пытайся. Самый лучший подарок будет у меня. Да? Ага. А вот посмотрим. Что же такое подарить? Думай, Тучка, думай. О, а ведь это отличная идея! Готово! По-моему, классно! Лисичке понравится! Как думаешь, Цыпа? Эскимо из лисички! Ну, Тучка, ты даешь! Сейчас я покажу, у кого классный подарок! О, вот это я понимаю, подарок! Не какая-то там сосулька на ножках. Привет, Цыпа! Как тебе мой подарок? Сам знаю, что круто! Не то, что у Тучки! Ничего, сделаю еще больше! Хорошего подарка должно быть много! Красота! Лисичке понравится. Ах ты, тученция! Ну ладно, моя лисичка будет еще больше. Вместе по лесу идут, левее. Собирают шишки, тут правее. Давай, 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 Цыпа. Еще немного. Еще чуть-чуть. Толкай, давай. Вместе песенки поют. Ой, стоять, стоять. Нет. Стоять, сказал. Ты куда? Не туда, не туда. Да. Вот железяка бестолковая. Похоже, кто-то пойдет в гости без подарка. Ага. И, похоже, не только я. Да? А кто еще? Обернись и узнаешь. Ой. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют
и читают книжки. Вот так! Весь день делаешь подарок, а потом бац, а дарить-то нечего. Она, наверное, сидит там одна и грустит. Что же делать? Слушай, дочка, а цветы за подарок сойдут? Да, девочкам цветы нравятся. Я знаю, где можно нарвать цветов. Кеша, откуда ты эти цветы взял? Неважно, звони давай. Днем рождения, лисичка! Ты уж прости, мы без подарка. Вы мой самый лучший подарок. Ах да, у нас же для тебя еще цветы. О, какие красивые цветы. Прямо как у меня на клумбе. Кеш, ты что, с лисичкиной клумбы цветы сорвал? И передай мне еще кусочек торта. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Идеальные друзья. Кеша, привет! Идем собирать ягоды. Лисичка, какие ягоды? Я тут такую штуковину собрал. Вот, она читает мысли звезд. Послушай. Не слышу я ничего. Это просто какой-то шум. Шум? Это мысли звезд. Ладно, иди свои ягоды собирай. Кеш, привет! Я на рыбалку. Айда со мной. Да подожди ты со своей рыбой! Я тут мысли звезд ловлю. Вот, послушай. Не слышу я никаких мыслей. Просто шум, как в морской раковине. Эх, темный же ты медведь, тучка! Иди на свою рыбалку. Ладно, я на речке. Приходи, если что. Давай, давай, рыболов. Отстань, цыпа! Не хочу я играть. Эх, ну почему же мои друзья такие? Вот бы попасть в такой мир, где друзья бы меня понимали. А это идея. О, все, готово. Можно запускать. Неужели не сработало? Кеша, привет. Я тут немного доделала твой аппарат. Не хочешь посмотреть? Ты доделала мой аппарат? Тьфу ты, девчонки. Ты доделала мое изобретение вот этим цветочком? Не совсем. Я приделала сюда механизм, который улавливает настроение звезд и переводит его в музыку. Ну а танцующий цветок – это так, ради шутки. О, настроение звезд? В музыку? Ну да, у меня в планах запустить обратную связь, чтобы мысли цветов превращались в танец звезд. Поможешь с расчетами? Я? Конечно! Осталось совсем немного. Нужен расчет механизма, соединяющего текст мысли с музыкой. Лисичка, может поедим чего? У тебя не осталось вчерашних пирогов с малиной? Каких еще пирогов? В жизни ничего не готовила. Держи, это витамины. Горькие, но зато полезны для мозга. Как же нам запустить обратную связь? Знаешь, лисичка, я пойду. Это, посмотрю, как там, что. Я мигом, а Дана готов. И это, другая тоже здесь. Это так, так и так. Тучка, привет! Ты на рыбалку? Я с тобой. Рыбалка?
Нет, друг мой, ты принял за удочку мой новый трансмутатор. Новый транс? Что? С этим устройством я могу принимать любой вид. Вот, например, опа! Теперь я Кеша. Ой, точка, как-то мне не по себе. Давай-ка обратно. Пожалуйста. Точка, это, конечно, круто. А обычная удочка у тебя есть? Нет, Иннокентий, я такими глупостями не занимаюсь. О, Цыпа, хочешь поиграть? Ну, давай. Эх, Цыпа, ищи шишку. Кеша, ты что? Добрый день, профессор Цыпенштейн. Могу я показать вам свой новый трансмутатор? Я учел все ваши замечания. Давайте пройдем в мою лабораторию, где я смогу продемонстрировать. Ну нет! С меня хватит! Кеша! Лисичка? Тучка? Цыпенштейн? Какой Цыпенштейн? Кеш, знаешь, мы тут подумали, может, дашь нам чего-нибудь почитать про изобретения твои? Ну, чтобы тебе было с нами интересно. Друзья, мне и так с вами интересно. Не надо никаких книжек. Лучше пойдемте ягоды собирать или рыбачить.